Добрый день. Сегодня у нас Land Rover Discovery 2006 года, 2.7 дизель. Будем у него менять сайлентблоки нижних рычагов передних. И будем также снимать редуктор переднего моста. Ну, передний мост загудел. Отвезем его в ремонт, отдадим. Сами делать не будем, просто снимем и поставим. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, снимаем колеса. Ну и там уже по ходу дела будем разбирать и показывать, что будем откручивать, что будем снимать. Начинаем. Ну вот, автомобиль мы подняли, сняли защиту. Теперь откручиваем пробку, сливаем масло с моста. Пробка здесь четырехгранная. Масло вот такое вот. Грязная. Сливаем масло и откручиваем привода слева и справа. Блокируем тормозной диск и откручиваем головку здесь на 32. Все, откручиваем гайку и также с другой стороны. Теперь мы откручиваем амортизаторы с обоих сторон. Амортизатор здесь болт, ключ на 21, а с другой стороны гайка на 24. Берем и откручиваем и с левой, и с правой стороны. Что приятно, здесь все болты смазаны. Поэтому откручивается все легко. И потом мы еще добавим смазку. Откручиваем со второй стороны. Теперь мы откручиваем гайку шаровой опоры. Гайка там на 21. То есть, гайка там 24. Берем, откручиваем. Открутили гайку. Теперь помечаем и расслабляем с обоих сторон вот эти болты. Эксцентриком они регулировочные, чтобы нам не сбить, хотя сайлентблоки новый развал все равно придется делать, но хотя бы в стандартные размеры вывести. Помечаем эксцентрики и откручиваем. Так, ну вот, открутил я оба сайлентблока, и передний, и задний. Отстегнул шаровую опору съемником. Сейчас попробуем вытащить. Привод пошел. Привод надо вытаскивать полностью.
рычаг сняли. Теперь сейчас выдернем привод. Монтажкой поддеваем на внутренней гранате. Сальник у нас новый, сальник менять будем, поэтому мы особо за него не переживаем, но если снимать, чтобы он был целый, тогда надо откручивать нижнее крепление в подушку. Сейчас мы тоже это сделаем, открутим. Все, привод я вытащил после того, как открутил вот это крепление. Начал откручивать вот это крепление. С обратной стороны там гайка приварена, и там все заржавело. Гайка благополучно оторвалась. Вот если видно сейчас. Вот там вот, вон она гаечка. Я забрызгал. Сейчас надо каким-то образом до нее добираться и откручивать. Для этого мы сейчас тягу рулевую эту снимем, наконечник, чтобы в сторону отвести. Может быть, даже вообще открутим рулевую тягу. Ну, будем пытаться. Но геморроя добавилось очень много. Потом мы открутим вот этот кронштейн, три болта, которые держат у нас, получается, тоже передний редуктор. Открутим на кардане болты, где они крепятся. Там головка ешка. Кардан мы снимать не будем. Мы его открутим и отодвинем просто немножко в сторону. Потом снимем вот эту траверсу. Она здесь крепится. Один болт здесь. И три болта здесь. Будем потихонечку разбирать и пытаться добраться. Разбираем. Открутил я эту гайку. После того, как снял вот эту траверсу, про которую я говорил, выбил привод из моста. Там немножко поудобнее стало подлазить гайки вот туда. Но ключ накидной не одевается. Пришлось подрезать рожковый ключ там на 21, вставить его. Ну, соскакивал со грани, срезала. Но ВДшка, трещотка, туда-сюда открутил. Ну, по времени полтора часа потратил. Но зато болт остался целый и родной. Гайку там потом вытащу, посмотрю. Может быть, просто к ней приварю ухо, чтобы она не крутилась. Открутил кардан. Пометил его. Сейчас мы его снимем и открутим вот этих три болта, которые кронштейн мы оставим на месте, а мост снимем без кронштейна. Ну что, откручиваем и снимаем. Сейчас поставлю амортизатор гидравлический и на него упру. Снимаем. Все, вытащил редуктор. Вот такой у него люфт. Вроде как люфт-то в допуске. А звук при вращении. Вот такой вот. И он дает гул. Сапун, это уже мы там колхозили,
на него, потому что родной сапун забитый. Шланг, который наверх идет, сейчас вот сняли, снимем шланг и продуем, прочистим его. Вентиляции не было в мосту. Все, везем его на ремонт. Вот получили мы редуктор переднего моста, ну, скажем так, мост бэушный с 10-го года с автомобиля. Пробег небольшой у него был. Состояние вот видно, что не мытый, ничего. С Питера заказали. Сейчас достану его. Вот такая получается маркировка. Вот такая вот маркировка была. Тот мост мы разобрали. Восстановление он не подлежит. Хоть он и работал, все, но съездила коррозия, там все, что можно было. Подшипники в негодность пришли. Главная пара очень повреждена. Там, получается, такие раковины коррозии проела, что ремонтировать его бесполезно было. Этот мост обошелся 18 тысяч рублей. Достаем. Ну вот я вставил на мост. Мост на место. А вот этот кронштейн с подушкой я оставил старый. А здесь получается с торца три болта, головка на 27. Вот здесь спереди подушка, один болт, болт, головка на 16. С той стороны там гайка стоит, она в принципе должна не прокручиваться, но она прокручивалась. Получается на 21, и вот эта вот подушка на болт на сайлентблоке здесь получается на 13 ключ, а гайка с торца, здесь вот гайка, она на 15. Все, вот сейчас затянули, теперь вот устанавливаем карданный вал, затягиваем и ставим привода на место. Ну, как привода уже буду показывать. Карданный вал. Сейчас тоже болты наживлю. Затянем. Собираем. Так, вот болты на кардан я наживил. По кругу здесь сзаду, в принципе, удобно. Тяжелого. Ничего нету. Подлазит нормально. Ну, теперь все по кругу их поджимаем равномерно, прокручивая, а потом уже зажимаем также равномерно по кругу. С одного раза не затягивайте их, чтобы не было ни перекоса, ничего. Теперь прокручиваем, подтягиваем и потом затягиваем. Сейчас получается мы их поджимаем, чтобы перекоса не было. Все, они подтянуты. Теперь берем ключик и затягиваем. Ну все, кардан затянули. Теперь ставим рычаг и ставим привода на место.
рычаг поставили, берем привод. Сначала вставляем привод в коробку. Коробку мы его вставили. Сейчас вставляем в ступицу. Так. Вот так вот лучше будет. Так. Ну вот. Привод мы в коробку вставили. Теперь мы его вставляем в ступицу. Ступицу мы его ставили. Гайку наживили. Теперь рычаг вставляем на место и крепим. Крепим сайлентблоки, крепим переднюю стойку и рулевой наконечник в цапфу. Болты все смазываю. Здесь передние были смазаны, вышли легко. Задние заржавевшие были, вышли чуть-чуть похуже. Почистил, смазал как перед, так и зад. Поэтому чистим, мажем и вставляем. Надеваем эксцентрики задние, оживляем гайки и также на втором. Теперь вставляем болт амортизатора. Сейчас его тоже почищу, смажу. Так, ну вот болт смазан. Задвигаем на место. Так, амортизатор.
закручиваем гайку. Так. Ставим на место наконечник. Наконечник живой. Тяга живая. Смажем резьбу. Смажем гайку. И закручиваем. Все, получается, эту сторону мы наживили все. Сейчас затягиваем шаровую опору, затягиваем амортизатор, затягиваем сайлентблоки. Сайлентблоки пока мы не затягиваем. Там по эксцентрикам я фотографировал, выставлю, как они стояли. Потом затяну. И затягиваем привод. Потом идем собирать другую сторону. Сейчас протягиваем. Так, ну все, эту сторону всю протянул. Здесь сайлентблоки тоже частично подтянул. Переходим на другую сторону. Сейчас будем другую сторону собирать. Так, ну все, ставим рычаг. Теперь вставляем привод. Так, ну вот, мы вставили привод. Теперь ставим на место сайлентблоки, наживляем их и потом ставим амортизатор. Так, ну вот, мы все наживили, поставили шаровую, поставили оба болта эксцентрика на сайлентблоке, поставили крепление стойки болт, затягиваем сейчас привод, гайку, затягиваем шаровую, затягиваем эксцентрики и затягиваем этот болт на стойке. Затягиваем. Так, ну все. Правую сторону тоже затянул, все затянул, залил масло в мост промывочного
Ну, в смысле, как промывочно, нового трансмиссиона, просто промыть и сольем. Сейчас заведу, прогоню ее, чтобы вымыть мост везли без заглушек, без всего. Наверняка какая-нибудь пыль, что-нибудь попала. Вымоем и уже зальем нормального масла. Опускаю, завожу. Так, ну, масло я залил, прогнал мост, слил. Сейчас мы будем уже заливать родное масло. Вот такое вот масло оригинальное. TYK5010. Это именно лендроверовское масло. Но, как правило, это все делает Castrol. Но упаковка идет именно Land Rover. Сейчас открою. Да, Castrol. CAF XO. Это вот для переднего моста масло. Ну, что здесь хорошо, здесь есть вот такой вот носик. Сейчас попробуем даже без шприца залить через этот носик. Если получится, будет легче. Вот такой вот носик. Сейчас откручиваем пробку. Пробочка у нас. Вот она находится. Шестигранник на 8. Пробка чистая. Так, ставим снизу тазик под мост. Если вдруг потечет, мы его поймаем. Так. Заливаем. Зальем мы его до уровневой пробки и потом немножко, чуть-чуть откачаем. Получилось, вошло 700 грамм, но дело в том, что оно все масло до конца не сливается. По мануалу там 800 грамм идет, получается 100 грамм остается, 700 залили, вот 300 грамм осталось. Сейчас оно стекет, излишки, шприцом чуть-чуть уберем и закрутим пробку. Почему уберем шприцом? Потому что у Land Rover это начинается болезнь, когда масла многовато по уровню пробку, начинает давить сальники. Уже проверено не на одной машине. Делаем так. Так, ну попробуем сейчас шприцом. Это получается, мы убрали 30 грамм.
3 кубика. И еще 20 кубиков. 50 кубиков мы убрали. Этого достаточно. Так, ну вот, сейчас. Да, мизинец. Сколько смог просунуть маленечко, край масла достает, поэтому у нас масло по кромочку. Край пробочки я герметиком белым чуть-чуть помазал. Закручиваем. Ну и протираем по возможности там то масло, которое подтекло. Так, ну что, вот мы заменили передний мост, сейчас ставим защиту, ставим колеса и проверяем, как он будет у нас себя вести. Тот мост у нас просто пришел в полную негодность. Коррозия его съела. Ладно, всего вам доброго.